Ремонт городских дорог в Шадринске должен был завершиться к 15 октября. Не получилось. Из запланированных 14 километров на 5 должно было появиться новое освещение, 5,5 километров дорог должны были быть выполнены в асфальте и еще 4,5 в щебеночном покрытии. На сегодняшний день удалось не все. По освещению аукцион давно состоялся, а дорожный ремонт еще продолжается. Главная причина недоделок сейчас уже очевидна – слишком большой объем работ и только две подрядных организации – ООО «Грандстрой» и «Автодор Северо-Запад», принявших участие в тендере. Больше никто не заявлялся нам. Так получилось, что ООО «Грандстрой» они взяли на себя такую большую ответственность для работы выполнить эти. И они на сегодняшний день нам с ними определены контракты, потому что согласно статье 95 федерального закона о контрактной системе мы имеем право продлить сроки контракта. Воспользовавшись этим правом, администрация города продлила сроки окончания дорожного ремонта на месяц. Теперь дорожникам надо успеть до 15 ноября. Будет ли ждать погода, она контрактов обычно не продлевает, но... На сегодняшний день мы будем надеяться на лучшее. Как профессиональный строитель, новый временно исполняющий обязанности заместителя главы города Валентин Дорошенко понимает, насколько непрочны надежды на ноябрьскую погоду в Зауралье. С Шадринском выпускник Камышинского военно-строительного командного училища не только давно знаком, но сам в качестве прораба принимал участие в строительстве так называемых военных домов. Ремонт шадринских дорог военный строитель, подполковник в отставке Валентин Дорошенко, курирует с того момента, как заменил на посту заместителя главы города Татьяну Туганову. Первые итоги дорожного ремонта 2019 на сегодняшний день таковы. Приняты дороги у нас улица Свердлова по нечетной стороне, от улицы Володарского до переулка Свердлова, площадь Сдобного принята работа, улица Пионерская от улицы Щеткин до улицы Комсомольской. По улице Комсомольской выполнены работы асфальтобетонного покрытия, приняты работы от улицы Пионерской до улицы Михайловской. Все перечисленное – результат работы ООО «Грандстрой». Из двух участков дорог, которые ремонтировал «Автодор Северо-Запад», принят только один. Приняты работы по улице Ленина от улицы Комсомольской до улицы Розы Люксембург. По второму участку улицы Октябрьской к этому подрядчику у муниципалитета есть ряд претензий. Первое замечание – то, что толщина асфальтобетонного покрытия укатана некачественно. Установлены бордюры некачественно. С укладкой бордюров на улице Октябрьской у «Автодора» вообще случился казус. Подрядчик почему-то просто забыл про них. Они эти бордюры в этих местах не установили, согласно контракту. А как так случилось? Вот у людей есть план, смета, да, как так происходит? Вот так и получилось, что подрядная организация, видно, не посмотрела, не усмотрела, и вот мы им дали замечание на это. По тем, что вы приняли, а там вообще замечаний не было? На сегодняшний день пока замечаний нету. Приемкой отремонтированных дорог в Шадринске вместе с представителями муниципалитета занимаются и представители городской общественности. Подключить к приемке дорог общественность – это была инициатива уже бывшего мэра города Людмилы Новиковой. Сейчас команда нового мэра реализует идею на практике. На сегодняшний день у нас при общественной палате создана рабочая группа, в которой мы совместно выезжаем, проверяем объемы и качество выполняемых работ. Возглавляет рабочую группу Бажутов Владимир Вячеславович. Вот. Так что он принимает, с опытом дорожного строительства, и он нам это помогает. Гарантии, которые дают дорожники на свою работу, 3 года. Или бордюры будут выполнены, некачественная установка будет, или сломаны, асфальт где-то поплывет и разрушится. Это все работы будут 3 года выполняться и качественно устраняться замечания. За счет подрядчика. Все объемы выполненных работ на принятых комиссии участках дорожникам уже оплачены. Общая сумма, выделенная в этом году на ремонт дорог, довольно внушительна. В общей сумме 86 448 000 рублей, выделенные из федерального бюджета. По контракту предусмотрено выполнение работ, 30% выполненных работ от суммы. То есть контракта. Как только они 30% выполнили, они начинают получать федеральные деньги, правильно? Да, да. В планы работ дорожников на нынешний год был включен и дворовый ремонт территорий – 17 многоквартирных жилых домов. Не на все дворы подрядчики заявились, но на большей части в 11 дворах из 17 работы завершены либо ведутся. Это Мальцевский тракт 16, Розы Люксембург 23, Володарского 39, Ефремова 6, Орджоникидзе 1-3-5, Мальцевский тракт 6-8, Омская 48 и Свердлова 81. Продолжаются масштабные работы во дворах и по программе «Комфортная городская среда».
Запланированные были работы, это по улице Машкалева 26, Свердлова 120. На сегодняшний день там также у нас выполняются работы по асфальтовому покрытию дворовых территорий. Там сносятся малые формы, это старый БУ, который находится в детской площадке. Засыпаться будет площадка с песком, песчаным основанием выполненной, и установлены малые формы. На сегодняшний день у них по контракту окончание срока выполняемых работ 30 октября. Ну а до 15 ноября дорожникам предстоит завершить работы там, где ремонт дорог еще идет. Для «Автодора» Северо-Запад это прежде всего отремонтированная с серьезными замечаниями улица Октябрьская. У ООО «Грандстрой» незавершенные объемы гораздо больше. Участки улиц Гагарина и Архангельского. И самый сложный участок улицы Комсомольской вокруг сквера Победы, который финансирует и курирует УГМК. По словам руководителя ООО «Грандстрой» Алексея Левкина, в этом году здесь будет положен только черновой слой асфальта. Полностью завершить ремонт этого участка, очень сложного из-за особенностей почвы и требующего серьезных работ и вложений, нынче уже не получится. Но к середине ноября проезд здесь наконец-то будет открыт.